Потеряв способность бегать из-за раненой лапы, он выбрал совершенно другую стратегию. Он не в состоянии бегать, но может прыгать. Окрас леопарда идеально подходит для маскировки среди листвы. Он ждет, пока ничего не подозревающая импала подойдет поближе. Нужно точно рассчитать время атаки. Промах. Начинается погоня. Обычно леопарды способны разгоняться до 56 км в час. Но у него в лапе игла. Двойная неудача.